За последние несколько недель погода в Магадане была переменчивой. Температура воздуха после аномального тепла резко начала падать. Так какая же погода ожидает нас на этих выходных, мы узнали у жителей города. В субботу, 27 ноября, в Магадане без осадков. Температура воздуха днем от 14 до 16 градусов. Ветер северный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 747 миллиметров ртутного столба. В воскресенье, 28 ноября, в Магадане без осадков. Температура воздуха днем от 11 до 14 градусов мороза. Ветер северный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 745 миллиметров ртутного столба.